Բաժանորդագրվեք գրվեք մեր ալիքին և եղեք տեղեկացված։ Ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար։ Մենք находимся в городе Аштарак. На протяжении прошедших 12 месяцев большое количество наших армян из диаспоры приезжало в Армению, вместе со мной посещало семьи погибших, раненых. Я очень много раз хвалил город Аштарак. Это один из тех городов, который мы всегда хвалим, всегда поддерживаем. В Аштараке, кстати говоря, недавно я писал статью, распространял в социальных сетях, что в новом 2022 году один из тех городов, где будет дорожать недвижимость и земля, это будет город Аштарак, который близко находится от Еревана, где потрясающая погода. Здесь прохладнее, чем в Ереване летом, да? Гора Арагац, которая потрясающим своим видом, Софа Александровна, добрый день, потрясающим своим видом нас радует. Ну и хочу сказать, что всегда, когда нам приезжают армяне из диаспоры, когда я бываю в Аштараке, здесь есть достаточно немало мест, где очень вкусно кормят, куда не стыдно приводить своих гостей. Это не реклама, это один из моих репортажей, где я рассказываю о том, что остается за кадром. И вот сейчас я покажу, куда мы все время приходим, и это подтвердят мои подписчики из диаспоры, куда мы приходим пить чай или есть салаты или шашлыки. Вот в это место. Вот в этот ресторан. Шнуравор Дзернель Гаянеджан. Гагик, добрый день. Вот в этот ресторан мы привозим. Сейчас, конечно, холодно здесь, но здесь летом вот все эти столы стоят. Работает этот фонтанчик. И вот гости здесь обедают, ужинают, завтракают. Спасибо, Гагикджан. И вот люди вот здесь обедают, да, и смотрят, смотрите на... Спасибо, Гагикджан, спасибо. Смотрите, какая красота. Я вот когда говорил, что Аштарак один из тех городов, где недвижимость и земля будет дорожать, могу сказать точно, что вот если, например, вы купите какой-нибудь дом здесь, да, вы точно должны понимать, что этот дом у вас будет просто, вот ничего даже если не будете делать, вкладывать, он будет дорожать и дорожать. И так же, как и в любой точке Аштарака. Несомненно, есть места, как и в любом городе, которые более, да, элитные. Спасибо. Спасибо, Эрмине Мирзоян. Добрый день. Давайте я вам покажу этот потрясающий ресторан. И, кстати говоря, здесь тоже все время мероприятия бывают. Но мы наших вот армян диаспоры всегда привозим сюда. Потому что здесь потрясающий сервис. Я, кстати, всегда говорил, что, например, в Идживане вот как раз не хватает таких мест. У нас есть прекрасный город Идживан в Тавушской области Армении. И как я вам говорил, в Идживане нету ни одного ресторана, вот действительно ресторана, который вот был бы даже близок по уровню к этому. Поэтому, дорогие идживанцы, давайте подтягивайтесь и откройте нам какой-нибудь хороший ресторан. А мы сейчас находимся в Аштараке.